решение завалить. Впоследствии удалось забрать ее Саннику, перевел на Шмелева. Башкиров, Шмелев отыгрались в треугольчик, нарисовались с Мухаммадулиным. Здесь право Кадейкин, снова Мухаммадулин и снова, да, что в такой вот этом большинстве с защитником Салавата. Сначала Ласов, затем Мухаммадулин. Возможно, шайбе что-то не то. Это маловероятно. Ой-ой-ой, можно и пятую. Сколько он сейчас не забил. Ну, сейчас забьют. Нет, не забьют. А, могли. Сейчас отскочил Витис. Ну, хуяч пятый промазал тут по шайбе. Чуть-чуть пропустит. Чего как раз начнется выездная серия именно в Уфе.